Здравствуйте! Сегодня расскажу вам, как правильно подобрать вейдерсы. Одно из основных отличий вейдерсов – это мембраны, из которых они изготовлены. Большинство производителей при производстве своих вейдерсов используют мембрану Gore-Tex. Также многие используют мембраны собственного производства. При покупке вейдерсов обратите внимание на качество швов. Также обратите внимание на количество слоев мембраны. В среднем их может быть 3, но в местах усиления доходит и до 5 слоев мембраны. Как только мы определились с моделью вейдерсов, приступаем к их примерке. В данном случае это будет вейдерсы немецкой компании Traunreier. Для того, чтобы правильно подобрать размер вейдерсов, нам понадобится теплая одежда и плотные носки. Все, мы приступаем к примерке. Вейдерсы мы одели. Теперь нам надо застегнуть ремень. Ремень мы застегиваем сидя, чтобы вышел весь воздух. Застегнули. Все, нигде ничего не жмет. Даем искусственную преграду. Чтобы перешагиваем. Все, и обратно. Все, вейдерсы нам подошли. Можем приступать к рыбалке.